саме на ходу. Здравствуйте, друзі. Мінодер мене студісо. Мене бурят у шуге суперстар же Владимир Максимов. Володя, привет. Здравствуй. Володя, ты без сомнения являешься самым титулованным спортсменом ШУ Бурятии. А зачем ты вообще стал чемпионом мира? Ну как зачем? Тренировался, шел, можно даже как бы не к этому шел, просто мы тренировались, любили свое дело. И как-то вот так начали соревноваться. И всегда соревновались от души именно. Били за нашу школу и вот пришли к таким хорошим результатам. А ты долго собираешься быть чемпионом мира? Ну, сколько будет получаться. Володя, в чем твоя сила? Ну, не знаю, всегда старался именно трудиться от души, старался тренироваться как можно больше, как можно усерднее, слушать учителя, и вот вроде все пока что получается, слава богу. Окей, а чем ушу отличается от кунг-фу? Ну, в принципе, это одно и то же, просто кунг-фу более такое европейское название ушу. Ушу – это именно чисто китайское название, вот два иероглифа ушу, его искусство, а кунг-фу – это более такое вот для европейцев. Ну, можно так сказать. Почему есть стиль дракона или тигра, но нет своего стиля у таких животных, как бык, баран, гусь и верблюд? Разве это справедливо по отношению к этим животным? Ну, это уж не мне решать, китайцы придумывали. Великолепно. Не могу сказать. А тебе какого животного нравится стиль? Ну, я никакие животных не делаю. Делаю подражательный тоже стиль. У нас такая группа есть, подражательный стиль, там есть разные животные. А я делаю стиль подражательный Дитхан Цуань, где очень много прыжков, падений, такой стиль падающего человека, можно так сказать. Окей. Такой. А есть ли какая-нибудь разница между ушу и тэквондо? Ну, конечно, разные стили. Ушу придумали в Китае, тэквондо в Корее. Тэквондо больше таких ударов ногами, такой более, как сказать, там прыжков побольше, такие удары ногами. А у нас ушу есть таулу, там комплекс тоже. А есть ушу саньда, там такое все в комплексе. И руки, и ноги, и броски. Окей. Вот так вот примерно. А зачем ушуисты скачут с саблями, веревками и палками? Какой в этом смысл? Ну как, оружие такое. Как сказать, раньше китайцы, как сказать, вели войны и защищались, и бились всем, чем можно. Поэтому очень много таких разновидностей оружия, и мечи, и там различные цепи, и веревки есть с такими с наконечниками, с острыми. Копья... Даже с лавочками комплексы есть на традиционных видах, поэтому вот такие интересные разновидности есть в ушу. Хорошо, Володя, а как отличить хорошего человека от плохого? Ну, я даже не знаю. Надо, наверное, пообщаться с ним как-то. По его делам, наверное, скорее всего, так. Какие дела у человека, такой и человек, я так думаю. Окей. А что лучше, бокс, борьба или карате? Ну, это уж для каждого. Каждый выбирает что-то свое. Для кого-то одно лучше, для кого-то другое. А кажется, можно ли сказать, что ушу лучше, чем бокс? Ну, нельзя сказать. Я говорю еще раз, как бы каждый выбирает свое, и если человек именно живет, честно живет по своим принципам, идет по своему пути, то если он занимается боксом, и как бы это для него лучше, и как бы для людей лучше, что вот он такой хороший боксер, хороший человек. А если он плохой боксер, что он в ушу, что в боксе, какая разница? Какое тебе ушу больше нравится, саньда, таолу или чуаньтун? Ну, мне ближе таулу и чуаньтун, хотя раньше и саньда занимались, и бились, и как бы, на соревнованиях участвовали. Ну, вот выбрали потом вот этот более как бы, стиль и таулу, и чуаньтун. Ну, мне, наверное, больше таулу сейчас нравится. А куда лучше отдавать детей, на дзюдо или на ушу? Ну, это тоже как ребенок хочет, наверное. Как ему интересно, потому что он может и уводить на ушу, водить, у него ничего не получается, будет его родитель там как-то... подстегивать, ругать, а толку никого не будет. Может, ему вообще дзюдо вот это нравится или еще какой-то вид спорта. Пусть, ну, ребенок, конечно, самому сложно выбрать, но вот как надо смотреть, к чему он больше предрасположен, что ему больше нравится, и отдавать в эту секцию. А почему у каратистов и тэквондистов белая форма, а у шуистов разноцветная? Ну, это тоже уже традиции. Традиции видов. И как бы просто раньше каратисты и тэквондисты, наверное, вот именно тренировались в белой форме, так у них и традиции эти сохранились. У ушуистов больше вот такая вот как бы разнообразные, разные стили, разные цвета форм. Как бы они, видимо, раньше как-то стили тоже, они очень много раньше соперничали в древности. Какой стиль там круче в Китае там. Ну и вот, видимо, у каждого своя форма, вот поэтому и так повелось, что различные расцветки. А у тебя какого цвета форма? Ну, у меня красного есть и белого есть, вот мои основные цвета. А какая тебе больше нравится, красная или белая? Наверное, красная. Как ты думаешь, приносит ли ушу какой-нибудь толк человечеству?
Ну, наверное, конечно, раз столько много народу занимается этим видом, значит, им это нравится, значит, это их как-то там оздоравливает, что-то им дает вот такое вот более высокое, нежели что-то просто как здоровье, духовное какое-то свое состояние. Володя, а как ты думаешь, кто бы победил бы, Федор Емельяненко или Брюс Ли? Ну, это тоже сложный вопрос. Два великих человека, конечно, и сложно их сравнивать. Ну, если представить. Не знаю даже. Хорошо. Я, конечно, за Россию болею. Почему вот. Не надо пить и курить? Ну, это тоже каждый выбирает себе сам. Якобы, как нас всегда наставлял учитель, якобы сам это как-то понял, что, в принципе, это мне в жизни не нужно. Я и без этого живу хорошо, мне и как бы интересно. И, ну, просто это вредит здоровью, я так считаю. Просто не хочу никому навязывать свою точку зрения. Но просто я считаю, что это не очень полезно и не очень-то и нужно. Человеку. Окей. Ну, каждый выбирает себе сам. Поэтому. А какой толк в здоровом образе жизни? Ну, ты здоров, ты всегда себя чувствуешь хорошо, ты всегда работать можешь хорошо, делать свое дело интересно, а не только просто как-то стремиться вот что-то там покурить, выпить, и вот у тебя смысл жизни только в этом состоит. Ну, есть такие люди, конечно, и это, я считаю, как бы не очень хорошо. Должна быть какая-то цель своя, и вот ты должен к ней идти. А зачем уж юристы медитируют? Чтобы свое сознание успокаивать, чтобы ты именно управлял своим сознанием, своими мыслями, своим телом. И как бы твои тренировки будут лучше, твое сознание будет чище, ты как-то будешь думать, анализировать, что, как. А если у тебя все время в голове хаос, наверное, это не очень хорошо. Володя, а чем-нибудь отличается ушуисты от буддистов? Ну, конечно, ушуисты — это боевое искусство ушу, буддисты — это религия, поэтому это, как бы, в принципе, разные вещи, но многие ушуисты, ну, в Китае как буддизм, поэтому многие ушуисты вроде как буддисты. Ну, у нас такого нет в России, вот если я, как бы, ну, мне не принадлежу особо какой-то вере, но я, как бы, и буддизм, ну, знаю, как бы, там, почитаю, ходим мы также перед соревнованиями всегда и в буддийские храмы, и в православные храмы. И вот когда в Китае бываем, часто бываем в буддийских храмах, там ставим какие-то вот эти у них благовония, ну и вот именно преподносим, как бы такие. Володя, владеешь ли ты техникой пьяного мастера и надо ли тебе пить для этого алкоголь? Ну, я, к сожалению, не владею техникой, хотя такая очень интересная, такая своеобразная техника. Вот сейчас как раз выступал там мальчик из Санкт-Петербурга. И лучший азиат делал такие интересные там движения, прыжки различные. Конечно, очень сложный стиль, потому что ты вроде должен быть и как раскоординирован, весь шатаешь и болтаешь, но в то же время ты должен себя контролировать, делать движения, наносить удары, делать приемы. Такой очень интересный стиль. Ну, думаю, пить для этого не особо нужно. Нужно именно контролировать себя и тренироваться. Окей. А какой твой любимый фильм про восточные драки? Ну, даже не знаю, много фильмов. В детстве особенно часто смотрел и как раз «Пьяный мастер» с Джеки Чаном, и с Ван Даммом очень всякие фильмы много. Джеки Чан, Брюс Ли, естественно. А не про восточные драки? Не про восточные. Ну, тоже много фильмов. Люблю, конечно, смотреть такие интересные, что-то такое необычное, наверное, как бы. Володя, еще один вопрос, который не дает мне покоя. Что сильнее, удар рукой или удар ногой? Ну, это как натренируешь. Ну, ноги обычно сильнее, но ногой такой более удар, как сказать, такой опасный, что тебя могут там как-то опрокинуть сложнее, руками вроде как проще бить. Но это все зависит от мастера, как он тренируется, как он это владеет своим телом. Окей, а почему ушу придумали китайцы? Ну, это так уж Бог распорядился, наверное. Трудились они как-то, вот придумали свою вот эту технику. Китайцы трудолюбивый народ, а в ушу очень много труда нужно, чтобы вот это научиться, нужно много-много-много повторений. Ну, может быть, поэтому. Окей, а зачем они его придумали? Защищаться, наверное. И как самосовершенствоваться. У них как, ну, фильмы видели, наверное, всегда так как-то все у них так на высоком уровне, все такие, как духовные люди, тренируют и дух, и тело, и вот у них это все развелось, наверное, поэтому. Окей. Имеют ли шаолинские монахи какое-нибудь отношение к ушу? Ну, конечно. Если имеют, то какое? Они тренируются ушу. Мы вот как раз были в 2006 году в шаолинском монастыре, у них там и как бы
они показывали свои выступления, именно монахи там. Очень много-много разного такого интересного мастерства. Они вот Шаолинский монастырь, это как раз сочетание буддизма и ушу. Они и религию, как бы там молитвы читают, молебны все проводят. И еще тренируются к этому же. Как раз вот получается, что человек и духовный, и физически развитый, так сказать, идеальный человек. Но идеальных людей не бывает, но вот у них такое сочетание очень такое хорошее. Великолепно. Случается ли такое, что ушуисты матерятся? Ну, случается, конечно, бывает. Володя, а что обозначает символ инь-янь? Инь-ян – это сочетание черного и белого, и вот посередине вот эта полоска – это именно состояние тайцзи, что человек должен находиться и не слишком вот в этом белом, и не слишком в черном, как бы не должно быть крайностей у человека. Вот он должен идти посерединке, вот по такому как бы лезвию, и не сходить с пути своего. Не должно быть много плохого, не должно быть много как бы хорошего, я бы так сказал. Ну вот если в мире будет только добро, тоже как бы будет не очень интересно, без правильно? Если а вот эти зло. Вот точечки по бокам противоположного цвета? А это вот именно символизирует, что в каждом черном есть немножко белого, в каждом белом есть немножко черного. В добре есть зло, во зле есть добро. Окей. А может вот ли уж чем-то помочь в уличной драке? Ну, конечно, если ты, как сказать, занимаешься, хорошо тренируешься, у тебя тело подготовлено, ты всегда можешь себя и как бы и защитить, и на крайний случай просто убежать. Но всегда ты можешь себя как бы просто именно, если тело подготовлено, ты всегда можешь и защититься, и как-то противостоять. А кто победит, вольник, самбист или ушуист? Все зависит от человека, так считаю. Если человек сильно подготовленный, тренированный, там уже будет схватка. Не настал ли час тебе освоить какое-нибудь новое единоборство? Да, думаю, нет, еще ушу не освоил, как бы ушу безгранично можно осваивать всю жизнь, даже несколько жизней, поэтому, как сказать, не вижу смысла перескакивать туда-сюда. Володя, поэтому... а кем лучше работать, ушуистом или кредитным специалистом в банке? Ну, это тоже сложный вопрос. Кому как нравится, конечно. Мне больше нравится вот именно в ушу тренировать детишек, самому тренироваться. А есть у нас такой спортсмен Михаил Бадмаев. Может, слышали, наверное, сейчас он как раз занял две бронзовые медали на чемпионате мира. Неужели он кредитный специалист? И он работает в банке ВТБ. Он как бы тренируется только вот после работы. И, видите, ему нравится и в ушу, но и там работа, он очень нравится, горит, то есть как бы работа, и всегда ему как-то нравится этот банк, хотя вот мне как-то, допустим, сидеть целый день на одном месте, мне как-то вот это не очень интересно, а ему вот это все нравится, он этим занимается, очень любит все банковские дела. Володя, а почему считается, что в здоровом теле здоровый дух? Ну, потому что, когда ты управляешь своим телом, во-первых, чтобы научиться что-то делать, чтобы вот именно тренироваться каждый день по много часов, нужно как бы терпение иметь, воспитывать свой дух, вот эту лень побеждать. Поэтому, если ты смог тело свое натренировать, то и дух у тебя уже сильный становится. Володя, как ты думаешь, почему всем спортсменам нравится выигрывать и почти никому не нравится проигрывать? Ну, такой вот спорт, как человек так родился, наверное. Если уж ты тренируешься, тебе всегда хочется быть лучше остальных. Вот у меня всегда это как бы тоже мной двигало, что я всегда хотел как-то вот быть там получше, побыстрее. И, естественно, не всегда все это получается, но это и движет, наверное, человечество. Всегда человек хочет быть лучше кого-то и что-то придумывать там интересное. Даже не в спорте, там, а в науке, допустим, что-то придумывать там. Одна сторона обгоняет другую там. Вот поэтому всегда человеком движет вот это стремление стать лучше, чем тот другой, выйти на новый уровень. Почему тем, кто не занимает призовых мест, часто говорят, что главное не победа, а участие? Чтобы не расстраивались. Замечательно. Можно ли сказать, что ушу таолу – это вовсе и не единоборство, а китайская спортивная гимнастика? Ну, как-то отчасти можно сказать, конечно, что это, да, это уже не единоборство, это именно вот такое больше как бы к гимнастике относится. Но, в принципе, там и сохранились традиции ушу, и там и удары, и приемы какие-то. Хотя вот в спортивном ушу уже такой удар это есть, все, но там больше такой спортивной части. Там, естественно, все вот эти прыжки сложные, там в два оборота, они в бою уже, естественно, неприменимы. Ну, и можно так назвать гимнастикой. Но, в принципе, традиционное ушу – это все-таки боевое искусство. Ты должен и приемы делать, и как бы понимать, что ты делаешь, не просто там руками-ногами махать, а именно понимать, как, что ты делаешь, как ты это делаешь, энергию направлять, удары свои. Окей. Поэтому вот так. А подходит ли ушу для толстых? Ну, ушу подходит для всех. Я так думаю, что если ты любишь ушу,
хочешь этим заниматься, ты всегда можешь заняться им. И даже если в спорте у тебя не будет результатов, но ты можешь именно что-то найти в нем для себя. А можно ли сказать, что ушу подходит также для лиц пенсионного и предпенсионного возраста? Ну, конечно, можно сказать. Ну, тоже не спортивного ушу, естественно. Я думаю, там смысла особо нету заниматься спортивным ушу. Только вред для здоровья. Именно вот там у нас есть и цигун, управление энергией, и тайцзицу, они, может, слышали, такой самый, наверное, популярный стиль в мире. Там медленно выполняется движение, именно работая со своей энергетикой. Поэтому это очень-очень хорошо влияет для здоровья человека, тем более для пожилых. Uh-huh. Это очень для здоровья, хорошо для кровообращения, для энергии внутренней. Поэтому пожилым тоже нужно заниматься. Правда ли, что ушу непобедимо? Ну, не знаю, наверное, непобедимо. Как... Ну, не в том плане, что там никто не сможет побить ушуистов, а в плане того, что ушу, я думаю, будет очень-очень много лет еще на Земле существовать. Потому что есть очень много любителей, очень много мастеров, тех, кто хочет заниматься, те, кто любит это дело, и тот, те, кто его продвигает. И такие люди, как бы, именно ушу делают непобедимым таким, именно в плане того, что всегда оно будет существовать. Володя, а чем ушу отличается от карате? Ну, карате своя техника, и как бы есть даже такие, как, такие версии, что карате вышло именно из ушу. Есть такой стиль в ушу, нанцюань, uh-huh. это именно южный стиль, с юга Китая пришли, и там очень много похожих движений с карате. И вот есть такое, что как японцы вроде взяли вот именно с этого стиля, ну что-то свое привнесли, естественно. Вот такое, ну там и бои немножко другие, тех, ну как сказать, правила немножко другие, и свои комплексы у них, ну по-другому как у них там называется, не помню, тоже свои такие более прямолинейные, именно направленные на уничтожение противника. А чем ушуисты отличаются от простых смертных людей? Да ничем отличаются, такие же смертные люди. Можно ли заниматься ушу и одновременно состоять в молодежной мелкокриминальной группировке? Можно, конечно, можно хоть где-то состоять, но я думаю, человек уже не занимается ушу, а просто, как сказать, пользуется, может, этим ушу как-то. Если ты занимаешься ушу, то ты идешь, как сказать, честным путем, а не какими-то там криминальными. Ну, все бывает в жизни у нас. Окей, Володя, а смог бы ты победить Джеки Чана? Ну, не знаю даже. Я бы не стал с ним драться, наверное, так скажу. А Джета ли? Тоже, наверное, бы не стал с ним драться. Окей. Лучше сфотографировался. Почему президент Путин занимается дзюдо, а ты занимаешься ушу? Ну, президент наш любит дзюдо, с детства этим занимался, и видите, как бы, к чему пришел, стал великим человеком. И вот дзюдо именно привело, ну, как бы, как сказать, вот он сам человек хороший, и вот именно ему помогло дзюдо себя реализовать, и там, ну, многие другие его, там, как сказать, деятельности. А мне помогло ушу себя реализовать. Я вот трудился, занимался ушу, вот у меня пока что так получается. А можно ли, будучи ушуистом, стать президентом? Ну, наверное, можно, конечно. Володя, чем бы ты воспользовался, если бы встретился с пьяной и несколько агрессивной компанией из четырех молодых и крепких мужчин? Стальными кулаками или быстрыми ногами? Ну, не знаю, смотря какая ситуация была бы. Если я был бы один, естественно, мне лучше как бы уйти от них, зачем мне с ними драться. Но если бы надо было кого-то защитить, то пришлось бы защищать, наверное. А так лучше всегда как бы избежать драки. Ну, это такой даже и принцип, как бы. Потому что, во-первых, можно нанести вред кому-то серьезный из тех четырех, ну и можно и самому попасть. Поэтому лучше всегда избежать конфликта, чем его, наоборот, развязать. Окей. Okay. Когда ты крайний раз причинял человеку физическую боль и страдания? Не знаю даже. Но если говорить о каких-то таких драках на улице, наверное, только со школьных времен. В школе частенько бывали всякие разборки, там какие-то недопонимания друг друга, там собирались там где-то или так на улице, кто там подойдет, что-то попросит, там слово за слово, и получалась драка. Давно такого как бы не было. Лично тебя чему полезному научила ушу? Ну, много чему, конечно. С третьего класса, получается, занимаюсь, конечно. Ну, то, что нужно любить свое дело, нужно, если ты взялся за что-то, нужно доводить это до конца именно. И жить честно, жить открыто и всегда любить свою родину, любить своих родных, близких, уважительно относиться к людям. Вот, наверное, мало только того, что меня научило ушу. Володя, а каким именно богам надо молиться, чтобы одерживать победы на региональных первенствах, а также на национальных и международных турнирах? Ну, я думаю, надо, во-первых, тренироваться. Потому что если будешь просто молиться, это вот как есть такая, как
притча про спасение лодки, да? Как... Расскажи, пожалуйста. Вы не знаете такое, что человек тонет и просит Бога, как бы, помоги, помоги мне. Подъезжает лодка, кидает ему круг, он говорит, не надо мне, типа, меня Бог спасет. Дальше молится, ему опять подъезжает, как бы, ну все, потом уже утонул. И как бы Бог его встречает, говорит, типа, почему ты мне Бог не помог-то? Я же молился только всю жизнь, как бы молился и всю жизнь верил в тебя, а ты мне не помог. Он говорит, как так-то я тебе столько лодок посылал, а ты ничем не пользовался. Поэтому нужно как бы Богу-то молиться, но и самому прежде всего дело делать. Вот так, наверное. Окей. Есть что-то, что отличает бурятское ушу от любого другого ушу? Да нет, наверное, просто бурятское ушу, как это, просто вот наша школа, наши ребята, наш учитель. А, вот, и мы его, как сказать, даже не знаю, как объяснить. Нет такого разделения, там, бурятское, российское ушу. Оно ушу есть, оно для всех одинаковое. Просто так, как разделяют, что вот ушуисты бурятские там что-то выиграли, что-то заняли. Вот и говорят бурятское ушу. Просто наша бурятская школа, так, наверное, сказать. Бурятская школа именно ушу. Вот так, наверное, правильно будет говорить. И напоследок, ушу служит добру или злу? Ну, наверное, добру. Я надеюсь, что так. Чтобы быть добрее как-то, чтобы мир становился лучше. Чем подкреплены люди... надежды? Ну, нас всегда учитель учил, чтобы мы были добрые именно, чтобы, говорю, мир делали как-то лучше. Но чтобы мир сделать лучше, прежде всего надо сделать что-то, изменить в себе, себя сделать лучше. Поэтому всегда начинаем с себя. И вот стараемся именно, чтобы быть немножко добрее. Великолепно. Ну что ж, Володя, спасибо, что пришел, что выделил время. Спасибо. Ты очень крутой пацан и крутой спортсмен, и здорово, что ты даешь такой ловкий пример для всех. Спасибо вам большое, что вы освещаете вот какие-то наши... Какие-то наши. Да, как наши деятельности, так сказать, ушу освещаете. Спасибо большое. Удачи, ладно. А, давай, знаешь, что еще снимем? Продолжай, да? Володя, мы можем? Мы про медитацию тут говорили же. Прямо сейчас ты мог бы провести здесь, ну, хотя бы для меня и, может быть, для наших операторов, но мы не будем их брать в расчет, потому что об их существовании никто не догадывается, сеанс медитации. Ну, не знаю даже, я как бы, как сказать, ну, ты мне скажешь, только для себя все это делаю. Представь, что мы находимся в тихом месте. Не, я так не умею. Ну, я думаю, это такое, как сказать, интимное что-то, вещь для каждого человека. Не надо, ну, я думаю, это не надо как-то выносить. Если кто-то хочет этим позаниматься, лучше уж прийти и покажу, расскажу. Ну что ж, давайте, друзья, так. Мне не удалось развести Володю на медитацию, но, может быть, в другой раз. Спасибо. Ладно, спасибо, Володя. Спасибо. Все, мы уже не на камеру работаем.